Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте. Наконец-то мы добрались до этого аккаунта Владимира, моего подписчика. Давно я должен был на нем паролить, и в итоге прошлый коллекционер не списались, там потом опять не списались. Наконец-то я попал на этот аккаунт, и думаю, мы сейчас тут жестко нагнем этот рандомчик. Аккаунт, судя по всему, донатный. Сейчас глянем, что тут есть. Да, 53 тысячи самоцветов. Находится он в гильдии Або Крю. Первые, вторые, третьи, четвертые места. Битва гильдии Атака Фортов. Кидайте за ящики, вступайте. Качают часовых наборы 350к. Пишите в телегу. Так, окей, поехали посмотрим, что у него есть по героям. Фобоса нет. Ну, это понятно. Командорка, оккультист, землеройка, свалин. Блин, у всех как-то так одинаково, знаете, от обновы до обновы с каждым коллекционером все те же герои нужны. Так, окей. Хорошо, поехали. Ничего себе, ничего себе. Что-то он плюхи не собирает у себя на аккаунте. Как это яички не открыть? Это ж ужас. Сейчас мы ему еще пару штучек подгоним. Так, окей. 45 тысяч самоцветов, ребят. 45к. Ищем. Поехали, посмотрим аккаунт. Фрея. Пакт и стойкость. Хранитель леса. Ну, не знаю. Делал тест, показывал. Я в такую Фрею чисто под битву гильдии не качал бы. Так, это получше будет. Поинтереснее. Странно, что ремочки нет. Топовый Атлантик. Бигфут. Неплохо, правда, не знаю, зачем исцеление, ну, как вариант для отхила. Так, старая сборка. Девятая и ожог. Ну, не знаю, не знаю, что он таким на битве гильдии может сделать. Я бы, наверное, ожог на девятку качал. И выживание. Такс. Все, ребята пишут за роллинги. Кидайте заявочки на роллинги, кто играет на iOS сервере, на андроиде. Без вопросов, будут акции, пишите паролю. Так, Афинка. Бог Рома. Ну, тут уже такое, тут уже у нас пошли допы. Так, отлично. Недомогание. Ну, что я могу сказать? Нормально. Для комфортной игры однозначно все есть. Немножко доната. Ну, два больших пака это. Это, ребятушки, не донат на сегодня. Поехали. Покажу вам коллекционера. Вроде не показывал. Вот такой вот коллекционер. Ну, я не знаю. Коллекционер, по идее, плюшки мне нравятся. Но, правда, могли бы еще подкрутить первые вот эти вот плюхи. Было бы вообще идеально. Ну, это русский сервер. У нас хоть обнову наконец-то сегодня залили спустя 4 дня. Зачем ее было делать перед выходными, не знаю. Так, друид. Профессор Рибит. Анубис, что-то сегодня прям день Анубисов. Анубисы сыпятся, космо падают. Так, свалин, землеройка, но не фараон однозначно. Рандомчик, ну давай, родной. Валентина Душек. Ниндзя. 15к, ребят, и как-то они так уплыли, я вам скажу честно, что-то печально. Что-то мне печально. По-моему, это печаль. Что-то с этим аккаунтом не так. Так, сейчас под мазончик должно пойти. Поехали, следующих 10к. Тыква. Ну что такое тыква? Сердцеедка. Кому она нужна? Фараон, Дед Мороз. Самые недостающие герои. Ну это просто печаль. Вот что на это сказать? Вот у кого точно так же падает, лепите лайк.
Три эктоплазма там этих. Ну, кому оно надо? Вот реально. Почему нельзя сделать просто подарок этому аккаунту, рандомчик? Так, тут мы сейчас сольемся. Ну, посмотрите, его Ронин хоть что-то, ну, все равно дамажит, дамажит немножко. Рея со стойкостью. И хранитель леса. Ну, на таких топах она, да, она может будет тащить. Не спорю. Но когда будет Фрэнк... Это реально будет жестко. Так, 98%. 100. Даже не слились? Нифига себе, не надо все-таки. Надо все-таки, чтобы Фрей его шатали. Вот она открыта. Открыт секрет такой Фреи. Знаю, сколько там у нее жизни, мы уже этого не узнаем, но 13% она набила. Так, ну что, поехали дальше, ребят. Просто печаль. Королева гарпий, Ронин. Знаете, вот мне нравится, после того как нам 11 числа дают героя всем, они начинают более-менее нормально падать. То есть там анубисы, стрелки, сейчас ронины, там ворожеи. Раньше их получить, ну просто Unreal какой-то был. Князь тыква. Ну что это за фигня? Ну вот я не знаю. Вот, вот это получше. Наконец-то, наконец-то у нас хотя бы одна недостающая легенда. Землеройка, ребятушки. Топовая лего для битвы гильдий, PvP локаций. Это именно то, что надо. И оно уже есть. Оно, она... На этом аккаунте, ну давайте сейчас на удачу. На удачу, я сказал, приговор. А еще раз на удачу, выживание, ну блин. Окей, поехали. Странно, кстати, вот Фоба сегодня что-то очень печально падает. Не знаю, Рино. Я пока только одного вытащил. А, не, не одного, вру. Двоих на одном аккаунте. Такс. Валентина, Дед Мороз. Валентина, Дед Мороз. Просто полный набор. Капитан Дрейк. Фараон. Ниндзя. Да блин, да что это такое? Дракос. Так, ладно. Давайте откроем. Интересно, сколько мы собрали... Максимум допустимых мест. Супер. Собрать. Слизни. Я думаю, штук 10. 15? Нифига себе. Нифига себе. Я что-то даже не смотрел, не считал слизни. Но 15 слизней это уже хороший показатель. Так, это он заберет, я думаю. Так, отсюда мы черепа вытащили. Это просто вот какой-то с этими героями. Так, окей. У нас тут еще и самики, ребятушки. Сейчас мы жахнем. Итак, как думаете, сколько легенд выпадет? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Я знал, что упадет свален, ребятушки. Все было продумано четенько, чтобы вытащить мега имбу на последней попыточке. Это просто, просто изи. Ну, короче, вот так вот, ребят.
Еще один недостающий. И землеройка, и свален у него теперь есть на аккаунте. Я думаю, это два хороших героя, которыми он будет, думаю, пользоваться. Землеройкой однозначно. Свален, не знаю. Я его юзаю меньше. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.